Огухи! Пестари! Огуски! Огрызки! Дармоеды! Вы иконотоны! Хреновы! Теплодоги бездарные! Не сметь закрываться! Без всех умоляю, чертовой мати! Ах ты, макака бездарная! Иконодоны безголовые! Шеф, хорошо выглядите. На свадьбу, что ли, нарядились? На похороны. На чьи? На твои, если не заткнешься. Фритату-тату-тату. Фритату-тату-тату. Для этого мне понадобятся мои любимые помидорки. Мой любимый перчик. И мои любимые яйца. А где яйца? Инвалид, где мои яйца? Где мои яйца? Все есть! Где мои яйца? Где мои яйца? Ну что, Костоправ, сейчас ты встретишься со своим братом. Послушайте, он же не Федор. И, по-моему, убил человека. Да неважно. Главное, что это не он ходил на собеседование. Вот он, наш спаситель, избранный. Есть работа, которая под силу только тебе. Шуба, шубара. Шеф, ну что за бред? Нафига вообще отклеивать эти этикетки от бананов? Для баланса вселенной. Ведь где-то там, в Африке, такой же огузок, как ты, приклеивает эти этикетки. Руки убрал. Все в порядке. Сейчас. Папа, Витя. Сейчас. Витя. Раз, нет. Витя. 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 Не знаю. Наш отель должен удивить гостей. Поразить. Ну ты сними штаны и поражай. Ясно? Ресторан не трогай. А если гости хотят есть, они могут оторвать свою пятую точку и пойти в ресторан жрать. Дерьмо. 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 Да не ты удивлять, ты уже удивил. Ты пойми, что на кону звезда Мишлен. Но вдруг это он. Просто будь начеку. Вдруг он сболтнет чего лишнего, или записи его увидишь. Папа, а может ему клофелина в чай, и я обшмонать номер? Котеночек, ну что ж ты? Дети – это как любимая футбольная команда. Ты за них переживаешь, а в ответ сплошное разочарование.